В день одного из 12 главных праздников года, входа Господня в Иерусалим, с ветвями вербы в руках и жители Нижнего Тагила собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе на торжественное богослужение. Божественную литургию здесь возглавил и епископ Нижнетагильский, и Серовский Иннокентий. Вход Господень в Иерусалим – это один из тех, на первый взгляд, странных праздников православной церкви, когда мы радуемся, вспоминая вообще-то скорбное событие. Господь Иисус Христос въезжал в Иерусалим, сидя на молодом осле, и народ, ликуя, встречал его и постилал на дорогу пальмовые ветви. А в чем была причина ликования? Люди думали, что сейчас откроется Царство Небесное, которое им представлялось в виде земных благ, удовольствий и господства над другими народами. Они совершенно не понимали Христа с его жертвенностью и отречением от мира сего. Он шел умереть на кресте ради искупления человечества, ради спасения душ, а люди ждали телесного и душевного. Это является самым, наверное, трагическим праздником, самым трагическим днем священной истории. Потому что с этого дня Господь грядет на смерть. Так почему же мы, подражая этим людям, приходим в храм с букетами верб, которыми заменяем пальмы? Таким образом мы встречаем Христа, который даровал нам возможность наследовать Царство Небесное в истинном смысле этого слова – господство над грехом, над своими страстями, над смертью. И готовясь к Страстной Седмице, мы все-таки помним, что за ней будет Христово воскресение. За страданиями и издевательствами над Христом последует торжество вечной жизни. Будем с вами вожделеть этого момента, который наступит через неделю, когда мы с вами сможем радостно приветствовать Христа уже не как жители Иерусалима, кто как, по неволе, что ли, по промыслу или лицемерно, а когда мы можем уже не с ветками вот этими приветствовать Его, а когда мы сможем приветствовать Его возгласом «Христос воскресе как живого свидетеля и живого Бога нашего».